Вот такие мусорные контейнеры сейчас устанавливают по всему городу. Жутко неудобная, непрактичная конструкция. Почему? Ну, потому что мусор нельзя убрать. Вот вчера здесь были горы мусора еще, и вот тут их убрали с газона. А вот те мусорные баки не убрали. Почему? Потому что их нельзя вывести отсюда. Вы видите, что стоит автомобиль припаркованный, нету знака запрещающего. Можно стоять. Вот стоит один, вот стоит второй. Значит, приехала машина и ничего не смогла отсюда вывести. Это первое. Второе. Вы посмотрите, как устроены эти мусорные контейнеры, какая здесь маленькая дырка. Что происходит? Вот сюда куда-нибудь коробку кинут или большой мусорный пакет, который не провалится. И все. И получается, что внизу пусто, а наверху все забито. То есть еще и сам мусор выкидывать тяжело. Вот видите, вот коробка, она все перегородила, а внизу, вон там вот, пустое пространство, куда можно еще много-много-много накидать. Кто эти сконструировал, как сказать, площадки контейнерные? Я вообще не понимаю, но это ж просто бред какой-то. То есть специально их сделали так, чтобы было как много больше мусора, чтобы он не проваливался вниз, чтобы его нельзя было вывозить. Сделали все неправильно.